Прием, прием, леди и джентльмены, на связи Шадимен. Добро пожаловать в выживание в зомби-апокалипсисе вместе с Нубиком. И знаете что? В предыдущей серии у нас начались действительно большие проблемы. Мало того, что мы лишились всех своих вещей, так и еще и бандиты взяли и посадили нас прямо на это высотное здание. И мы просто не знаем, как нам оттуда выбираться. Но надеюсь то, что сегодня мы обязательно что-нибудь придумаем. А ты прямо сейчас пиши в комментариях цифру 1, 2 или 3, какое оружие ближнего боя против зомби ты бы выбрал. И как только напишешь цифру, не забудь обязательно поставить лайк под этим роликом. Это будет означать то, что ты уже точно сделал свой выбор. Но если находишься на этом канале впервые, не стесняйся, нажимай на красную кнопку подписаться, чтобы потом отсюда ничего не пропускать. Ладно, давайте пока что есть время, действительно подумаем. Думаем, как нам отсюда слезать, потому что делиться сегодня предстоит действительно опасное. Заваривай чаек, готовь вкусняхи. Приятного тебе просмотра. Я так и знал то, что нельзя было в этот кинотеатр идти. Так уж и быть, ты думал то, что военные сами по себе что ли возьмут и появятся там? Вообще, они нас обманули сами. Я прям чувствовал то, что что-то не то будет там. Да было просто в том доме оставаться и все. Что теперь будет? Смотри, они сейчас нас с тобой, не знаю, съедят, наверное. Не знаю вообще, что сделают. Получится, я не знаю. Да я хотя послушаю, что они там говорят вообще. Смотри, тут охранник прямо возле этой клетки стоит. Мы с тобой даже выйти отсюда в любом случае никак не сможем. Так, сейчас я погоди, как они все это немного подслушаю, что они там вообще делают. Ну что с этими двумя теперь будем делать? В плену будем держать? Или может быть выкуп за них попросим? Да у кого выкуп-то просить, непонятно. Кто они такие, тоже непонятно. Пускай у нас посидят, ослабеют. А потом, если что, их отпустим. Их зомби съедят. Главное то, что мы их снаряжение забрали. Вот гады какие, слыхал, что они говорят? Чтобы мы с тобой вообще просто голодали тут сидели. Короче, нельзя тут сидеть в любом случае. Давай попробуем найти все-таки, не знаю, что-нибудь где-нибудь. Через решетку я не пролезу здесь физически. Ходи, это что? Ходи. Что я там? Нашел. Опа, так, тихо. Давай потихо, потихо, потихо спускайся. Давай, погоди, давай. А что там? Мы назад, ты не... Там лестницы нет, что ли? Давай, я а как мы назад будем подниматься? Ты понимаешь то, что они сейчас... Посмотрим. Они за пару минут сейчас увидят то, что нас тут нет в клетке. Ходи, быстрее надо. Люк закроем, если что. Ладно, выхода нет, давай, заходи туда. Я тоже сейчас попробую в полете люк закрыть. Так, опа. Тут квартира опа. Какая-то. Квартира. Конечно, это же многоэтажка. Я закрыл же люк, все в порядке. Так, давай, надо вещи найти, срочно. Они по-любому их куда-то в тумбочке, в ящике. Смотри, смотри, вот, смотри. Еда, нашел. Еда, еда. Все, забирай пироги. Я курицу жареную нашел и всякие другие вещи. Так, все, отлично, пойдем. Я помню то, что их в кинотеатре было 4 человека. Наверху на крыше только трое стояло. Так что, возможно, кто-то четвертый сейчас находится где-то здесь. Так. Это что за комната? О! Я нашел свое снаряжение! Нубик, это мои автоматы висят. Все, сейчас им. Сейчас мы им зададим, Нубик. Сейчас. Сейчас мы с тобой зададим им вот, точно. Тут ящик мой и мои снаряжения. Так, все, они, видимо, отлично. Да, тут сюда что-то понакладывали. Так, а это, судя по всему, да, это мои топорики и все остальное. Все, наконец-то. Есть, отлично, ладно. Окей. Если что, если они даже сейчас нас долю секунду спалят, то ответный огонь мы в любом случае сможем им дать, потому что у нас теперь есть наше снаряжение более-менее. Но просто так этих бандитов мы в любом случае оставить не можем. Они вон что с нами хотели сделать. И вообще, мне кажется, это надо как-то отомстить хотели им. Нас... Скормить. Вот именно, надо им как-то либо отомстить, либо еще что-нибудь придумать. Короче, я тебе предлагаю сейчас полностью обыскать это здание. Так, стоп, у меня патронов-то нет. Я автомат-то свои нашел, а вот патронов-то у меня нет нигде. Стоп, подожди, вот патроны. Патроны? Ты просто в прошлый раз попросил, так, 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 я погоди. Видел желтые такие. Так, а вот, нашел. Все, я нашел свои патроны, все нормально. Они желтые? Да, 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 такие желтые, желтые, желтые. Вот, возьми, так. Все, сейчас, погоди секунду, у меня тут вообще места нет. Оставь пока что у себя, короче, точно. У меня тут ладно. Огромное количество, капец. Еще бы сейчас это добро все бандитам осталось. Это что-то совсем было бы несправедливо, так скажем. Так, все, окей, патроны есть. А, если что, от зомби тоже получится хоть более-менее отбиться. Все, так взял все. Сейчас форму вот эту вот одену и буду полностью готов. Давай. А, нет, зачем я пинал? О, парашют. Возьми парашют на всякий случай один в центральном ящике. Так, и там еще более утоляющие всякие есть. Так, ладно, если что, мы за этим вернемся. Опа. Так, все, пойдем потихоньку выходить. Так, у меня только куда-то прицел подевался. Они, видимо, его все-таки у меня отобрали, куда-то спрятали. О, смотри, дверь справа что открыта. Такое? Там, походу, кто-то есть. Скорее всего. Так, погоди. Я первый сейчас зайду. Спокойно. Это возможно? Нет, четвертого здесь нет. Так, а это что за комната такая? Боже мой, ты посмотри, это же скелеты там просто в этой комнате знаешь, сидят. Я вижу какую-то бумажку там. Давай, открывай. Аккуратно только открывай, я сразу залечусь туда. Так, опа.
Чисто. Чисто. Никого нет. Никого нет, кроме скелетов. Сейчас я прочитаю, погоди. Так, сначала они говорили, что помогут нам, но потом отобрали все наше оружие и всю нашу еду. Если ты, тот, кто сейчас читает это послание, попал сюда, постарайся убежать. Ты видал, что происходит вообще? То есть мы с тобой далеко не первые, кто сюда попались. Обалдеть можно. Ты посмотри, что они устроили-то только. Так, я тебе знаешь, что предлагаю сделать? Короче, нам нужно не просто завалить этих бандосов, а нам нужно их проучить, чтобы они потом об этом жалели. Я слышал то, что у них где-то есть динамит. Где именно, я не знаю. Сейчас все это обыскивать у нас просто нет времени. Я тебе предлагаю отсюда как-нибудь по-тихому свалить, привлечь их внимание, они за нами поедут на машине, мы спрячемся, подбежим назад к этому зданию, поднимемся сюда по лианам, заложим этот динамит, если мы его найдем, и просто взорвем все это здание, и у них вообще базы не останется. Все, погнали. Так и сделаем. Динамит, мне кажется, скорее всего, у них в машине находится, а машина где-то возле здания стоит. Так, смотри-ка. Только аккуратней, погоди. Тут очень большая высота, очень опасно здесь лазить на самом деле. Ты сможешь туда перепрыгнуть? Я не знаю, что сначала. Давай сначала я. Хорошо, только если у меня получится, не может не получиться. Потому что я либо лепешкой сейчас стану сырой, либо ничего не получится. Все, давай, я погнал тогда. Все, погнали. Так, давай. Есть. Так, все, я сверху. Я не знаю, попробуй прыгнуть, но если ты чуть ниже упадешь, ничего страшного. Главное, чтобы тут только совсем лепешкой не стал. Вот, это самое опасное сейчас. Так, давай, нубик, я весь во внимании. Ты сможешь, так, давай. Разбегись, собери всю волю в кулак, и у тебя получится это сделать. Так. Давай. Сосредоточься. Так. Пошел. Опа. Отлично, все как у меня прям получилось. Так, теперь мы должны сюда, получается, подняться или спуститься. Нет, давай попробуем подняться на крышу, посмотрим, что происходит. И судя по всему, то, что пока что тишина, нас до сих пор с тобой не спалили. Обалдеть можно, слушай. А классно, все. Да, смотри, они даже не пытаются ничего искать, никого искать, значит, все в порядке. Так, а вот теперь еще дальше будет действительно опасно. Нам нужно перепрыгнуть вон туда, зацепиться за лиану, а потом уже по окнам слезть в самый низ. Ничего себе, может ты опять первый? Да, давай, я попробую. Все, я тебя буду там, если что, ждать. Фух, так, погнали. Раз, два и три. Так, все, полетел. Я пошел, нубик. Есть, лечу. Есть, идеально. У меня просто идеально получилось. Но тут лиан очень много, так что у тебя должно получиться тоже это сделать. Точно. Да, главное получится. Главное, чтобы ты только зацепился. Так, пошел, зацепляйся. Есть, зацепился. Хорош, ну басосыч, давай, поднимайся. Все, вот теперь будет опасно. Сейчас будет очень много зомби, и как только мы с тобой начнем стрелять, бандиты это услышат, и они уже спохватятся за наши поиски. Так что валим зомби, аккуратней, и идем к тачке бандосов. Ой, смотри, зомби прям за окном. Забираем динамит и прячемся где-нибудь. Так, все, погнали. Посмотри, они прям за окнами стоят. Почему они так это делают? Это очень странно выглядит на самом деле. Так, пойдем. Так. Я на первом этаже. Тут ящики, ты можешь пока что ящики обыскать, да. Обыщи пока что ящики, а я сейчас это стрелять начну на улицу уже. В этом ящике патроны мои. Забирай, все забирай. То, что мои патроны, твои патроны. Все бери. Если места нет, то... Я только мои тут вижу пока что. Тут зомби у меня прямо над головой, они меня не заметили. Обалдеть можно, это наш шанс с тобой. По-тихому добраться до динамита. Хорошо. Давай. Так, сейчас. Слушай, забирай пока что. Так, давай, на басосик. Так. Вот это тоже мои патроны. Да, хорошо. Так. Ага, все, тебя не видят. Вот я твои нашел. Они... Ой, так, тихо. Один ворвался внутрь. Ну, не все, нормально. По одному я их успею отработать. Там еще за окнами стоят. Все, нубик. Все, я все взял. Пойдем, побежали за мной. Беги, не отставай только ни в коем случае. Тут еще твои, у меня вообще совсем У меня тоже, нет. У меня тоже места нет. У нас с тобой весь склад бандосов обчистили, конечно, у нас места не будет. Все, нубик, давай, погнали сюда за мной направо, выходи сразу давай из дома. Так, да, за мной уже зомби бежать начинают. Ты не туда пошел, не в ту сторону, нубик, господи, повернись назад, я же тебе говорю, к машине бандитов надо бежать. Сейчас стрельба начнется. Ладно, давай сюда, на другую сторону переворачивайся, я пока что эту тачку обыщу у них на наличие динамита и всего остального. Они уже с минуты на минуту сейчас начнут нас искать с тобой. Да, есть! Я нашел динамит. А сможешь зажигалку взять? Зажигалку? Какую? Да. Вот, смотри. Здесь. Ой, сзади зомби. Бери зажигалку. И все. Так, все. Теперь я не знаю то, что мы сбежали. Теперь не заметили. Сзади! Я вижу, стреляй в них, вали их. У тебя же топор есть тоже, нож там, не знаю, что у тебя там вообще. Так, на, получай.
Погоди, у тебя винтовки нет, что ли? У тебя же винтовка есть. Такая обалденная была. Так. Да, есть. Так, ты тоже все возьми. Так, бери винтовку, опять ты чё? Все, погнали. Погнали по улице, сейчас куда-нибудь за угол спрячемся. Они нас просто не найдут. Все, побежали. Главное, чтобы подорвать их она базу. Она очень хорошо с одного удара вырывает. Конечно, конечно, у там калибр-то какой-то винтовки, это просто жесть там. На, получай. Так, есть, отлично. Смотри. О, пойдем вот в этот желтый автобус спрячемся или нет? Или там слишком много стекол, что думаешь? Не знаю, ну пойдем проверим. Давай проверим. Ну ты как думаешь? Я откуда знаю? Я твое мнение спрашиваю, я ж тут не один. Так, да. Ну давай все-таки проверим, а? Так зайди, пойдем, проверь, я не знаю, посмотри, я не знаю, что ты хочешь там проверять, но, по-моему, будет ящик какой-то. Палевно ну, будет, если нет. Мы с тобой это. Причем тут ящик? Я тебя спрашиваю про то, что если бандиты на тачке мимо нас проедут, они нас с тобой заметят или нет? Ну, мне кажется, заметят, потому что они. Да, все-таки, потому что там слишком много окон, у нас будет видно. Ну вот, Нубик, просыпайся давай, ты как какой-то кислый огурец протухший, честное слово. Ни слова тебе из тебя не вытянешь и так далее. Я понимаю то, что у тебя стресс, там ты в плену был и тому подобное. О, кстати, они едут, я звуки слышу, тачки. Так, давай сюда, это, залезай, залезай сюда в угол, прямо в тачку. Все, здесь сидим, сейчас они проедут. Вот они, вот они, вот они. Проехали. Они не догадались то, что мы здесь. Все, это наш выход. Короче, ты парашют забрал, да? Так, парашют, да, забрал. Ну все, бежим туда, ой, зомби здесь, ё-моё. Поднимаемся туда, минируем все здание, просто потом на парашюте по красоте оттуда спрыгиваем и это. Смотрим, как просто вся база этих бандосов взрывается. Мне кажется, да. Вот это действительно по-правильному будем, мы с тобой сейчас проучим. Потом буду знать, что значит, как мы постоянно по городам среди зомби скитаться и каждый кусочек еды искать. Так, на тебе, лучшая зомбятина. Так, есть, прорываемся. Все, идем. Так, их точно нет, их точно нет. Я просто в это поверить не могу на самом деле. Кстати, возможно, у них, кстати, даже две машины было. Вот, и мы даже динамит зря вовсе брали. Сейчас я это дело проверю. Вот тут будут знать так, эти бандосы. Да. Слушай, у них реально две тачки даже было, прикинь. Обалдеть можно. Да, у них эта тачка осталась, короче. Но они дают, конечно. Сейчас можно будет еще и с машиной им что-нибудь сделать, либо самим уехать. Если там, конечно, да, топливо есть. Все, отлично. Отлично, отлично. Так, давай по этим лианам поднимаемся. Надеюсь, то, что у нас получится. И смотри аккуратнее, а то эти лианы не особо надежные. Сейчас они оборвутся, и мы с тобой полетим вниз. И тогда будет реально уже опасно. Даже парашют не сможет раскрыться, потому что просто зацепится за все это дело. Так, идем, 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 идем. Так. Короче, смотри, я раскладываю динамит, а ты все поджигаешь. Запомнил? Да. Все, отлично, так и сделаем. Так, поднимаемся, тихо. Спокойно, сначала нужно осмотреться. В любом случае. Да, их нет здесь. Все, сейчас мы их зададим. Сейчас мы им зададим. Так, смотри, у меня всего 9 динамита, получается, есть. Так, давай нужно как-нибудь. Быстро, очень быстро. Да, да, сейчас быстро, быстро. Нужно и не особо далеко нужно оставить. Всех поджечь. Нет, поджигай. Ну, максимум можно, не знаю, давай один с этой стороны, один с этой стороны, и тебе надо еще успеть потом заодно отсюда и убежать, потому что главное это убежать. Так, тут стоит, значит, давай. Давай, только будь готов, потому что нам нужно еще по-быстрому отсюда смотаться. Я поджигаю. Давай, поджигай. Так, есть. Все, беги, 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 пофигу. Беги, Нубик, боже мой, давай, 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 парашют, парашют. Так, я живой. Нубик, ты как? Парашют, парашют. Фух, успели. Успели, 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 это самое главное. Это самое главное, то, что мы с тобой успели. Все, давай. Сейчас я эту пока что по-быстрому тачку это проверю, чтобы у нее тут либо бенз был, либо еще что-нибудь. Либо хотя бы по-быстрому, куда мы сейчас это смотаемся. Так, блин, нет, у них бенза здесь нет. Ладно, самое главное, то, что мы сегодня этим бандосом отомстили. Так, все, давай, побежали за мной. Сейчас куда-нибудь в здание спрячемся. Подумаем, вспомним, в каких местах мы с тобой были, в каких не были. И дальше уже будет видно, так скажем, что нам делать. Но главное то, что мы проучили их. Как им и надо.